Всем привет из солнечного Тбилиси. Сегодня мы с вами едем в Мцхету самостоятельно на маршрутке. Сейчас мы едем до станции метро Дедуби. И там автовокзал. Садимся на маршрутку. Они ходят с интервалом 20 минут и едем в Мцхету. Сейчас я иду на станцию метро Марджанишвили, я здесь рядышком нахожусь, и оттуда мы едем на станцию метро Дедуби. Извините, если я название говорю неправильно. Станция метро наземная, обратите внимание. Она до Саргатайси? Маршрутка? Нет, Мцхета нужна. Мцхета нужна. Да. Такси не хотите? Нет, такси нет. Нет. Спасибо, мне нужна маршрутка. Я подожду. Не хотите? Нет, нет. Вот иди сюда, вот прямо иди. Ага, хорошо. Спасибо. Мцхету, где автобус? Автобус. Там, да? Туда? Ничего не понятно. А Мцхета, подскажите, пожалуйста. Зайдите и забьете. А, спасибо. Все равно найдем. Остановка находится прямо за храмом, это очень удобно, я быстро добралась, комфортно, в общем, рекомендую, если вы самостоятельно путешествуете, отличный способ, дешевый, добраться до Мцхеты. Мцхета является самым священным городом для паломничества в Грузии и объявлена объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот здесь мы ее всегда берем. У вас самая вкусная чурчхелла. Откуда вы знаете? Я каждый год бываю, всегда мы у вас берем, да. Так, а сколько стоит вот оранжевая? Оранжевая, моя хорошая, это микс с фруктами, там яблоко, черносливо. Они стоят 3 лари. 3 лари стоит у нас классическая, традиционная чурчхелла с грецким орехом, виноградным соком. Остальные все по 2 лари. Есть у нас гранат, яблоко, абрикос. И сорта виноградные, Саперави, Изабелла Арпатитель, с грецким орехом и также с фундуком есть. А в чем секрет, что она у вас самая вкусная? Нет, моя хорошая, везде здесь чурчхелла вкусная, и у всех вкусная чурчхелла. Так что я не могу сказать, что только у меня одна. Тайны у вас нет никакой, да? Нет. Чурчхелла, если внутри хорошие орешки, чурчхелла вообще зависит от орехов, какая вкусная. И потом мы уже знаем, как делать хороший сок вот с виноградом, с фруктом, чтобы чурчхелла тогда получилась. Тогда одну вот такую. Хорошо. И, а это с каким соком? Это яблочный. Ага, и яблочную тогда. Зимой здесь варят глинтвейн. Также мороженое из вина можно попробовать. Я его здесь впервые попробовала из Саперави.
Смотрите, как здесь уютно. Город с открытки, такой кукольный, уютный и похож на европейский городок. Действующий женский монастырь известен тем, что здесь хранятся мощи нескольких святых и камень с могилы святой Нино. Несмотря на то, что Мцхет – это туристический город, и здесь много туристов, здесь чувствуешь какое-то умиротворение, спокойствие. Обязательно сюда приезжайте. Здесь раньше был хороший ресторан, он сейчас не работает, по-моему. Мы здесь всегда обедали с Олеженькой. Много сувенирных лавок, ресторанчиков, гестхаусов. Здесь телевидение, видимо, какой-то праздник был. Там идет служба, я не стала заходить, чтобы никого не смущать. Свои камеры, плюс я в шортах, поэтому... А я в поисках уютного ресторанчика, чтобы пообедать. Хочется прям уютный-уютный ресторанчик с красивым видом. Отель, пожалуйста, кому-то, может, будет интересно. Домашний лимонад 8 лари.
прошлый раз, когда я сюда приезжала, я здесь даже не гуляла. В основном мы гуляли по центральной улице. Сейчас я хочу спуститься вниз и узнать, сколько стоит лодочка. Ну, если там, конечно, кто-то работает. Потому что часть ресторанов также закрыта, к сожалению. Сколько стоит? Здравствуйте. Занят. А, все понятно. То есть это не с человека, а целая лодка, да, получается? Да, а сколько по времени? Ну, 20-25. Ага, все поняла. Хорошо. Нашла я тот самый ресторанчик, который искала. Я себе заказала котлету и пюре. И такой у меня прекрасный вид. Название кафе. Все легко и просто, очень доступно, поэтому если будете в Тбилиси и не хотите тратиться на экскурсии, кстати, экскурсия стоит 35 лари с посещением монастыря. Это, кстати, очень дешево. Если любите экскурсии, можете взять. А если хотите самостоятельно за 1,5 лари, то, пожалуйста, тоже очень удобно. Но мы будем ждать другую, потому что здесь, скорее всего, места не хватит нам. Ну все, ребят, мы приехали. Сейчас мы идем на метро и едем в центр. Не знаю, что здесь на за рынок находится. Цен нигде нет, спрашивать не буду. А вот вижу... Помидоры по 1 лари, по-моему, были. Ну ладно. Сейчас находимся на станции метро Марджанишвили.